Сегодня подготовка к старту. Времени не теряем. Надо играть еще, ну, пусть чуть-чуть, но быстрее, чем играли до сих пор. Упражнение всегда должно выполняться осознанно и с большой концентрацией. Тогда организм лучше запоминает это все. Тогда вы вместо 100 раз делаете упражнение 20 раз, и уже есть запоминание, и уже есть рефлекс, и уже есть сыгранность, та, которая крайне необходима. Когда ты хорошо понимаешь партнера, тогда ты решение принимаешь быстрее. Игра может складываться по-разному, и может оказаться так, что нам будет очень тяжело, но в этой ситуации мы тоже должны сохранять спокойствие, уверенность и организованно, дисциплинированно, жестко вести борьбу. То, что вы услышали, то, что человеку нужно принять сведения, надо стараться выполнять ежедневно, чтобы это отложилось в голове, следите за собой. То, что касается, значит, веса, то, что касается сахара, это все серьезные вещи. Это кажется, что мелочи, они там далеко и нас не касаются. На самом деле это очень серьезные вещи, которые влияют на очень многое, прежде всего на функциональное состояние, да, на ваше восстановление. Я то, что сказал в обед, еще раз хочу повторить. Ребята, такой шанс может быть раз в жизни. И будет преступление, вы его не используете. Преступлением будет не подготовиться правильно, а потом взять кусать локти. Но кто будет находиться вокруг нас, им вообще не интересно. Что у нас происходит, как мы происходим, кто-то спит, кто-то не спит, им вообще все равно. Они хотят видеть команду на поле, которая бьется, сражается за результат и дает результат. И которая, ну, как говорится, говорили раньше так, ну мы же хотели выиграть. Ну не выиграли, не смогли. Ну что, мужики во дворе там на улице собираются, они тоже хотят выиграть. А смысл в том, что побеждает тот, кто хочет лучше подготовиться к тому, чтобы выиграть. Наша вообще задача, самое главное, это чтобы вы лучше готовы были. Вот эти все люди, которые собрались здесь, у них одно только желание, чтобы каждый из вас стал лучше. Пусть на немного, но лучше, стал сильнее. Игра... Она для вас, для всех сейчас действительно стала частью жизни, правильно, да? Частью жизни, и поэтому у вас, у каждого, ну, должно быть намерение достигнуть максимума, да, своего. Вот достигнуть максимума можно только тогда, когда, значит, вот в нашем деле, да, это тогда, когда мы все вместе и все делаем свое профессиональное дело от сердца.